ходят слухи, попутным ветром в нашу северную столицу занесло настоящего турецкого султана. Говорят, он не только невесту искать приехал, но и привез драгоценности, принадлежащие великим османам. Из-за этого султана все бабы как с ума посходили. Иванушкина, алло, гараж, ты меня вообще слушаешь? У меня до зарплаты 3 косаря осталось. И банка икры из корпоратива в холодильнике. Знакомое колье. А, это подружка дала мне. Здрасте. Я бы хотела продать колье. Это фальшивка. Получается, что вы не тот, за кого себя выдаете. Я могу это доказать. У меня есть предложение получше. Работайте на меня. Будете получать процент с каждого дела. Ну, схему я понял. 150. Чё-то дорого. Ну, так инфляция. Ну, я думаю, что он просто первоклассный мошенник. А вы ничего, соображаете. Давай-ка, не надо мне тут свое турецкое обаяние разбрызгивать. Далеко пойдет, девочка. Добрый вечер. Я нашла папу, представляешь? Я думала 20 лет, что он умер, а он живой. Я в деле. По жизни намного легче, когда за спиной семья. Ты с Серканом давно вместе? Мы с ним строго по работе общаемся. Это ок, если я сама к нему подхочу? Куда все это движется? Аферы эти, ради чего? Нас ждет новая жизнь. Что ж ты, фраер, сдал на